Всем привет, 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 с вами ваша дружная, замечательная семья. Здесь мама выкладывает вот такую красоту. Красота. Здесь картофель, говядина, помидорки. Вот тут это, телятинка. Телятинка. Отец отдыхает, мы его будить не будем, он встанет. Ага, будет кушать. Отдыхает, пусть отдыхает. Так. Сейчас. Две ложки достань. Так. Это я огурцы покрошила. И здесь у меня соль, и масло растительное, и посолила зеленый лучок. Ага. Вот такой у меня будет это. Вот даже сюда же войдет, нет? На. Огурчики. Огурчики у нас. Горячо досолить и все. Там потом сколько мы собираем. Ну, в общем, вот всем, кто кушает, приятного аппетита, уже 12 часов. Да. Игорь, на. Положить. Лягушек. Все, всем, кто кушает, приятного аппетита. Сейчас. Огурчики нам дать. Огурцы. А то я одна это. Кушаю. Да? Вот так у нас такой вид был. Угу. Здесь просто на сале обжарила с кусочками телятина, порезала, я ее маленькая с водичкой замариновала. На сале лук обжарился, туда я мясо закинула, пожарила. Угу. Картошку туда сырую накрошила, потушилась, добавила специи. Это я еще мясо не жарила. А потом помидорки, зеленица. Ну, тушила что-то. Водички вообще нет. Гамочки. Ну, и так тушилась хорошо. И картошка. Надо было еще укусы побольше подержать. Что подержать? Мясо. Подольше. Петрушка. Петрушка. Зеленый лучок. Ну, хочешь? Ну, так с этого платненько бы бери. Ну, ничего, огурцов на ней. Я, во всяком случае, надела. Так, ну, там закрыть. А ветер холодный у нас сегодня. Ночью холодный подвал, но... Еще бы подушку подержала, он бы вообще мягко был бы. Ну, в общем, вот такой я приготовила. На улице ветер поднялся. Я говорю, на улице ветер поднялся сегодня. А он тут рай был. Приготовьте. Просто.
сытно. Да, конечно. Может, там вместе с так говядину. Или свинин делать. Я только. Тут ее замаринуйте. Водичка соптится. А можно курицу. На курицу не маринуйте. Горит мне еще посолит. Помидорки с огурцами. А что-то наела. Наложилось немного. А сегодня-то поливаешь. Чего хватит? У нас вот там пьет пакетика. Вроде на голи. А чай это вкусом с мамой. Ну дела. Дарить надо. Ну, я сейчас буду, пойдем сейчас с вами складировать. Помидорка попала в слайд. Вкусненько. Да что положено. Не. Маме Галине большое спасибо. Так, пойдем. Я это пока уберу. Куда пойдем? Так надо поскладировать, все ставить, это делать уже. Заняться маринадом. Маринад. Сюда. Это помоем. Ой, маме Галине спасибо. Мышка там дрыхнет. Мышка тоже дрыхнет. Для начала. Огурцы у нас замоченные. Стоят. Я сразу покажу, как мой складирует. Пока чеснока. Чесночка начистили. Помидорки. Я вот так вот делаю. Сюда. Не заморачиваться сразу. О! Каждую помидорку под струей воды и в банку. Сперва наполню одну банку, а потом огурцами замоченными. Ну, так берешь.
свои воды и моешь. Умываешь. Все равно кипятком буду заливать лишнее. И раз вот это все поотойдет. Ну-ка попробую, большая войдет. Видорина должна войти боком. Ну, должна у нас боком войти. Не войдет, так мы и поможем. Как обратно вытаскивать? А потом как обратно мы тебя будем вытаскивать? Да. Давить ее только. Давить ее. Ползи! Ползи! Заползла. Так, у нас еще есть большая. И ну там и так. Я ее там... Я ее положу хорошо. Нет, ты еще много осталось. Я сейчас хорошо положу. Следующее, ползи. Осторожно, заползешь. Куда ты у нас денешься? Вот так вот. Оп! Идеально. Хорошо, пошла обратно. Так обратно там дело десятое, она же уменьшится. Это там ложка. Раз, два, три. И маленькие сейчас. Помидорки. А куда она денется? Назад-то она выйдет. Она же в самом низу будет. Когда будет меньше рассола, сверху откроется, съестся. Сказать, от маринада она меньше станет? Она похудеть, да? Похудеть должна немного. Она скукожиться должна. Особенно от кипятка мы их будем заливать, она меньше. Помидорки. Так. Помидорки. Да, кипятка лишняя, берась, уйдет. Отойдет. Ну что, в таком же духе продолжаем это все мы делать. Помидорки наши. И туда же в банку напихиваю. Но это еще не все. Смотрите, я эту помидорку запихиваю. Вот сюда. Смотрите. Ты вот полотенце тёмненько. А что я? Рос под дождями. Все равно он сполоснется. Так, вот сюда укропчик. Укропчика тоже сильно много не надо. Потому что он будет это. Дальше. Чеснок мы вообще в самом конце при маринования добавим. И уже когда уксус. Так. Сюда. Кофе что ли, чат? Ты закончишь кофе как-то? Я не помню, чем я там дожила. Чала или нет? Не знаю. Так, сюда утрамбовываем. Так, тут я попала. Убьем. Так. В таком духе и продолжаем. Сильно тоже укропом, не знаю, увлекаться. Не надо туда прям запихивать. На дно уложить лист смородины, там другие листы я не хочу. Я хочу по классике. Ну, на любителя веточки. Вишни еще. Вишни, всего-всего. Чего только не ложат. Да. А я все-таки хочу по классике. Я делаю все-таки по классике, делать, чтобы они у нас не улетели в сказку. Как пусть так делать. Конечно. Так, что делать? Можно. По инструкции. Так вот сюда. Ладно, по такой же аналогии здесь следующие банки. Мы с вами продолжаем. Так, только уже с огурцами делать. Увидимся уже дальше. Сейчас надо пойти после вкусного обеда подымить. Закидал я сюда помидоры. Да. Сделал ассорти, давай. Поставил, вскипел у нас чайник.
Ну я пока сделаю маринад. Маринад, смотрите. Здесь у нас 4 литра воды. 4 литра воды получается. Вот такая каменная крупная соль идет. Так, с горкой. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Все. Маленько еще. Чуть-чуть. Все. Каменная крупная. Дальше у нас пойдет укропчик. Как раз сюда я его сейчас поломаю. Разломаем его. О. Душистый перчик. Горошек. Душистый горошек. Сейчас еще сахар добавлять. Да? Так, много. Много. Нельзя так много. Назад. Так, достаточно. Оп. Гвоздику можно добавлять, можно не добавлять. Но я по классике делаю. Классические. Самые распространенные. Так, гвоздики. Следом у нас что пойдет? Следом у нас на литр 3 столовых ложки вот таких. 4 литра, 12 ложек. Ну и 11 положим. 11. Сахар. Сахар, сахар, сахар. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять, ну и 11. Все. Нормально. Как раз все по краям. Смотрите. Здесь даже я сейчас еще маленечко совсем соли досыплю. Здесь у нас останется рассол. Я уже на две банки делал. Смотрел, какой рассол получается. Он здесь еще останется, когда мы перельем в эти банки и на улицу, на выброс. Еще мы забыли с вами лавровый лист. Его можно, конечно, смочить холодной водой. Так, лаврушка. Раз. Так, два. Еще одну. Оп, сюда. Пусть это все булькает. А пока заливаем кипятком. Этот первоначальную осторожно пока в сторону давайте уберем кипятку, кипяток кипятком будем, но это я буду долго заливать, медленно, чтобы банка равномерно прогревалась, это ничего не лопнуло. Прогревшего по чуть-чуть. Буду заливать достаточно долго. Чайника хватает. Чайник стандарт 1,8 идет, да, у нас. А уходит где-то 1,6 сюда. 1,4, 1,6. В чем буду делать? Помаленько. Ладно, пусть это все кипит. Вторую по аналогии я точно так же буду заливать этим кипятком. Да, дело. Ну что, банки у нас простояли. Ага, в кипятке. Я еще один чайник кипятил. Также в кипяток под стерилизацию крышки. Достал уксус. Сам разбавлял 70% уксуса до 14-12. Не 9%. Так, все. Ну пусть он кипит. Давайте сливать. Сливать.
тряпочку возьмем. За края. О! Нам надо все слить. Все, что осталось, бяку всякую там это. Кто-то обычно сливает из этого, с этой воды рассол начинает делать. А я по-своему, каждый по-своему. Сливаю хорошо. Слить хорошо. Так, слил. Еще маленько. Так. Здесь еще сольем. Вот так вот. И хорошо. Сейчас я покажу одну банку. Просто как я делаю. Пока выключим конфорку. Сюда буду помаленьку лить. Ну, для начала не лить, а чесночок. Чесночок, не забываем. До половины дольем, добавим уксуса. Так, туда, сюда. И все. И там на оставшуюся баночку. Давайте лить. Рассол. Сюда сразу гвоздичку буду ловить. Душистый перчик у нас. И помаленьку. Пишить не будем. А кто может, банка лопнуть, лучше медленно, ну, либо лучше. Не спешим. И так все горячее. Разделить душистый перчик по банкам с гвоздикой, половить по возможности. Еще укропчик можно проваренный поварить. Гвоздичка. Все-таки я решил добавить тоже по классике это сделать. Сейчас назад конфорку включу и поставлю на максимальную температуру рассол. Давайте сверху укропчик.
Сейчас вот эту я ливану и уксус. И уксус пойдет у нас. Как я уже сказал, 12-14% здесь. Три этих ложки. Раз. Два. И три. Соответственно, обмакиваем сюда рассол. Все, ложим. Дальше пошлите. В этом деле лучше не спешить. Все равно. Никуда это ничего не убежит. Не забываем, что это все горячее. Так. И вот так. Тихо. Не спешим. Как раз припарился. Полную до краев. Пусть даже бежит. Прям вообще полную. Потому что она уйдет в объеме. Потеряет. Отличненько. Придерживаю, ставлю назад. Немного приостыл. Включаю конфорку, пусть он идет. Дальше в кипятке в нашу первую стерилизованную крышку я сливаю. За края держу. Она горячая. И кипяток горячий. Так. Оп. Оп. Поехали это закручивать. А как закручу эту банку, я переверну на крышку. Но только когда второй проделаю то же самое. То есть солю стихпомидор в воду, также залью рассолом, закатаю, а потом их сразу две поставлю. Перевернем. Уксус добавили, чесночок добавили. Что пузырьчики идут, это ничего страшного. Так оно и должно быть. Хорошо проворачивать, смотри-ка. Отлично. Обычно сразу переворачиваешь, бежит, не бежит. Но я вижу, что здесь у нас нормально. Отлично. Еще разок пройдем для самоуспокоения. И все. Подтягиваю. Во. Во. Отлично. Все. Банка у нас готова. Здесь стоит рассол, нагревается. Чеснок сюда. Банку пока сюда. Потом я ее развернем с вами. Баночку нашу. Ну и следующее. Горяченькое. Сливаю воду. С помидорок. И так все по такой же технологии, такой же аналогии. Кидаю чеснок. И все, сейчас
надо. Ну, идите. А еще не остыло. В кипятке. Выливаю. Я считаю, что надо вот этого первый рассол выливать. Потому что в холодной воде вы толком ничего не отмоете. Хотя каждый волен делать, как хочет. А так в кипятке они как притомятся. Оп. Ну и дальше ставлю рассол. И все по этой аналогии. Да, чесночок. Не забываем чесночок. Чесночок везде. Везде, товарищ, да? Сюда и туда. Все. Ставлю рассол. Выключаю плитку. И точно так же делаю, закатываю. Ладно, покажу, уже начнем переворачивать. Так, ну что, первая банка так и стоит, которую мы с вами закатываем. Берем сухое полотенце. Горяченько, потихоньку. Все равно терпимо, градусов 60. А? Сюда? Стоит? Стою, говорит. Ничего нигде не бежит, оно сразу даст, покажет. Следующее. Вот это уже придется нам. Сейчас я сделаю вот так, осторожно. Короче. Короче. Все. И вот так. Ну, их близко сильно не надо. Поставили. Теперь берем. Они будут стоять, если это ничего толком не тревожить. Не будут стоять достаточно. Вот так вот выглядит у нас все. А рассол даже я закатывал, когда сколько там прошло. Рассол блестящий-блестящий. Ой, маринад прозрачный-прозрачный, не мутнеет. Когда я закатывал? Месяц назад он стоит прозрачный маринад. Абсолютно. Идет. Не темнеет. Ничего. Ладно. Каждый, кто как хочет, так и делает. Ну что, с вами была ваша дружная семья. Мама Галина, сын Оля Красотуля. И поели, и доделал. Сейчас теперь надо это все убирать. Потом пойду на улицу заниматься своими делами. Встал отец. Сразу начал есть. Пошел дымить он. Вышел. А, сейчас чаю налил, хлеба, салатик, все здесь, что у нас есть. Все, с вами были мы, всем пока-пока, мы еще увидимся.